Салат с куриным филе и ананасами. Филе посолить, поперчить, промазать соевым соусом с двух сторон и оставить мариноваться на 5 минут. Обжарить на большом огне первые 2 минуты, затем 3-4 минуты на маленьком. Так с двух сторон. Нарезать пекинскую капусту. Нарезать ананас и куриное филе. Все соединить. Добавить 2 зубчика чеснока. Заправить майонезом с дижонской или зернистой горчицей. Все перемешать. Салат получается очень сочный и вкусный.